Здрасте, Павел Андреевич. Я папа Васи Кустикова. Вызывали меня? А, да, да, есть одна проблема. Мало того, что у вашего мальчика каждый месяц новый мобильник. А я на ребенке не экономлю. Так он еще во время уроков посылает смс-ки, получает смс-ки, болтает по нему, разговаривает. Слушайте, вы поймите, у него всякие дела, у него там друзья, приятели, какие-то встречи. Да я все понимаю, но и вы поймите. Не может ребенок в третьем классе так часто пользоваться мобильником. Ну, не может. Почему? Ну, это отвлекает, это рассеивает. А что вы предлагаете? Вы предлагаете не пользоваться мобильником? Да почему? Пусть пользуется. Только до уроков или после? Вот это мне очень странно слышать от вас. Вы педагог, воспитатель, вообще просто взрослый человек. А толкаете ребенка на правонарушение. Я? На какие правонарушения? Вы что, не знаете, что у нас пользоваться мобильником запрещено за рулем? Ой, ты боже мой. Поехал. Домой поехал. Домой. И ручонками этими руль крутит, и ножками на педальки нажимает. Это из зайца. А что вы так смотрите? Да, машина великовата. Согласен. Но вот машину я ему на вырост купил. Не могу я себе позволить каждый год покупать им новую машину. Я не могу.